Этот год в России объявлен годом театра и свиньи. Как вы понимаете, нам ближе театр. Борцовский художественный академический театр, сокращенно Б, представляет сказку «Русалочка». В мире есть много кровосмешений, мулатов, креолов, других превращений. Но мы вам расскажем про микс необычный ДНК человека и рыбы хищной. Одна половина моя. Борцы не умеют петь, поэтому все песни вместо актеров исполняют дублер. Послушай, дочь моя. В смысле дочь? Объясню, любому борцу стрёмно играть бабу. Ну а половину бабу почему бы не сыграть, Юсиф? Тем более верхнюю. Да, верхнюю нормально. Да, красиво. Ладно. Продолжим. У меня для тебя две новости. Хорошая и плохая. С какой начать? С плохой. Но его кто-то убил. А хорошая? Мы нашли Флаундера! Ура! Но ты так не переживай. Так, оставьте нас. Дочь моя, тебе пора выйти замуж. Так, остановите театр. Кто это придумал? Ганс Христиан Андерсен. Позови его сюда. Так он не сможет. Тогда передай ему, что я его из-под земли достану. О, скандал будет. Что там дальше? Выбирай жениха. Как вариант, могу предложить морского конька. Нет. Тогда осетра. Нет. Тогда сама. Точно, сама. Сама найду себе жениха. Красавчик, братан, мужской поступок. Спасибо. Сегодня, сегодня женюсь на парне холостом. Но есть лишь проблема. Все бабы как баба, я баба с хвостом. Смотрите, человек тонет! О, точно! Принц! Это же принц! Воды! Воды! На! Спасибо! В чем дело? Тебя напугал мой уродливый хвост? Так, к хвосту как раз меньше всего вопросов. Че? И тут русалочка влюбляется в принца. Ты уверен? Ну, в сказке так было. Ладно, я люблю тебя. Да пошла ты, дебильная русалка. На суше ты меня не поймаешь. Ах ты! Мне срочно нужны ноги. И чтобы снова встретить своего возлюбленного, русалочка отправилась к ведьме. Яда-яда положу шабры мертвого тунца, каракатицы чернил. Осьминога щупальца и акули и мозги, рыбу из Москва-реки и еще ингредиент, самый важный элемент. Рыбий глаз. Готово! Плохих персонажей в борцовском театре всегда играет тренер. Не понял. Но это всего лишь совпадение. Так мы ему всегда говорим. Ведьма, салам алейкум. Алейкум салам.
Я русалка, дочь Тритона. А я Урсула, дочь Расула. Чё пришла? Мне срочно нужны ноги. Ты будешь делать холодец в мусульманской сказке? Мне нужны человеческие ноги. Ладно, есть у меня разные ноги. А? Ну-ка, пройдись. Как? Обе левые, да? Переделать? Не надо. Главное, что теперь я смогу добраться до этого принца. Левой, левой, левой! А тем временем принц на балу вспоминал русалочку. Не забуду ту девчонку без ног, с густою бородой и баритоном громким. Не знаю, как сказать, что ее не люблю, но страшнее жить с такой девчонкой. И тут она мне говорит: не уходи, останься со мной, еще там что-то ноет. Принц, к вам русалочка! Я иду, потому что у меня есть ноги, я умею ходить, и поэтому иду. Ну, здравствуй, любимый! Финальная сцена. Герои воссоединились, и поддержать их пришли все персонажи. Давай! Давай, давай! Ко мне! Всю постановку он испортил! Что тебя не устраивает? Меня что не устраивает? Почему я, борец тяжелой весовой категории, должен играть русалку, а этот дрыщ играет принца? Ну давай поменяемся, если хочешь. Хочу. Что там дальше? Принц целует русалочку. И была у них свадьба. Короче, я не буду это играть. А что ты раздылся? Думаешь, мне нравится играть в спектакли, где даже вилка выше меня? Вы что здесь все обижаетесь, а? На меня посмотрите! Я взрослый, уважаемый кем-то человек, наверное. Стою здесь в этих лохмотьях. А я вообще только пою. Потому что ты не талантливый. Был бы талантливый, играл бы нормальную роль. Да, Милан? Короче, не знаю, как вы, а я пошел. Тогда и я пошел. Я тоже пошел. Я вообще вчера должен был уйти. Нам что, больше всех надо? И на свадьбе все веселились и танцевали. Ибрагим, включи то, что у меня на свадьбе ставил. Тем более гости те же.